огромнейший привет! Сегодня у меня выпускной. Я сначала еще иду к врачу, пока я на таком домашнем стиле. У меня здесь бардак везде, потому что мы только переехали. В общем, я сейчас иду на профосмотр, потому что у меня так совпало, я не знала, что у меня выпускной будет. И, в принципе, я успеваю с утра иду. И потом иду на выпускной, еду к маме, там все поглажу, переглажу. И учимся получать мой красненький дипломчик. Погода сегодня вот такая красивая, прекрасная, ясная, но вроде бы в то время, когда будут мне вручать, будет уже снова ясно, а перед этим подойдет дождик. Так что посмотрим, что будет в итоге. Семейство Дудинасов готово абсолютно к Ура! Получению красненького. Наконец-то, я рада. Все, мы погнали. Мы успеваем все семейство на выезде. Мама, Маша и София. Красный дипломчик! Ну, ё-моё. Едем. Марина уже позвонила, она уже там, уже ждет. Так что гоним. Ура! Я сегодня вот в таком прикиде. Небольшой дождь идет. Но нам тут ехать совсем недолго, 3 минутки где-то. Самое главное там припарковаться, не сильно далеко. Можно у жилого дома будет, Маш, аккуратненько. Там не заехать, заехать внутрь. Где напротив больницы, да, вот заезд? Нет, знаешь, где нужно повернуть на... Вот по до больницы до нужно больницы. Повернуть направо, да. И вот там вот с одной стороны получится и проехать туда максимально, что мы из других ворот просто зайдем, потому что снизу там все обходить, там закрыто сейчас. Они сделали очень неудобно, и там вся дорога еще разбита. Да, и направо. Краевой, когда... Да. Туда, как раз таки. Мама, он там едет у нас сзади. Ну что? Да мы уже не знали, как дождаться этого момента. Наконец-то мы рады и довольны. Это был тяжелый путь. Все. Даже еще не верится, пока не получу корочку. Еще пока не верится, что это все позади. Вот так в этой очереди получаем справочки, а в этой очереди получаем дипломчик. Да, верни? Как это? Мальца на ладошке. Ура! Получили наконец-то мой красненький. Российская Федерация. Красный мой диплом. Красивый. Долгожданный. Ура! Да, все уже. Видишь?
вручаем свой диплом. Эльвина тут. Мы здесь с Наташей. Сейчас там еще там Ринка принесет еду. Капец. Прямо мы вообще... Все, вот так мы празднуем, вот так. Наш красный дипломчик. Спасибо. Холодная сюда. Красный диплом отмечаем. Ну, синий. We'll be right back.